интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор автомобильного инструмента компании «Стелс». Код товара 14106. Набор на 94 предмета. «Стелс» – это уже зарекомендовавшийся бренд качественного инструмента с пожизненной гарантией и также массой отзывов в интернете. То есть есть и ролики на YouTube, есть и на автофорумах отзывы, на обычных форумах автомобильных по данному инструменту. И как бы плохих отзывов мы, кстати, не нашли. Поставляется набор полноценной картонной коробки с картона. То есть коробка очень яркая, качественная полиграфия. Это если важно на подарок подарить. Информацию, которую указывает производитель, это пожизненная гарантия. Lifetime. CRV, кромбонадевая сталь. Два рабочих квадрата, 1/2, 1/4 дюйма. Производится инструмент на острове Тайвань. Это указывается на упаковке. Офис компании находится в городе Гамбург, Германия. Гарантийный талон в наборе вот такой идет. И начнем мы с трещоток. Две трещотки. Здесь мелкий шаг, 72 зуба трещотки. С реверсом, с быстрым сбросом, кнопка быстрого сброса. Длина трещотки под 1/2 дюйма у нас 255 мм. Под 1/4 трещотка маленькая, 155 мм. Ручки комбинированные, резинопластик. Черные вставки, это тут вставки из резины. Надпись на трещотке, хромбонадевая сталь, на рукоятках надпись «Стелс». Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат, можете подсоединять или вороток, или трещотку, или также удлинитель добавлять. То есть масса вариантов в зависимости от работ, которую вы будете проводить. Данная отверточная рукоятка применяется с головками, это если в наборе брать. Или биты, которые уже идут у нас с переходником. Таким образом получаете отвертку. Ручка здесь на данном воротке, вороток под отверточной рукоятки пластиковая. Два кардана, 1/2 и 1/4 дюйма. Карданы в наборе скреплены винтами, потому что есть карданы у нас на заклепках. Вставки обычно металлические здесь. То есть качественно все сделано, вставлены винты. То есть они идут даже разборные. Удлинители. Под 1/4 три удлинителя. Гибкий удлинитель 150 мм длиной, 100 мм и 50 мм. Под 1/2 у нас два удлинителя, это 250 мм длинный и 125. Удлинитель 250 мм также служит в наборе как Т-образный вороток. Такой адаптер одеваем и получаем Т-образный вороток. Адаптеры можете использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. То есть использовать головки из набора с трещоткой 3/8 дюйма. Также есть еще один Т-образный вороток под 1/4, длиной 11 см. Набор Г-образных ключей шестигранных, 3 ключика, 2 свечные головки 16 и 21 мм. И комплект головок шестигранных под 1/4 и под 1/2. Под 1/4 у нас 13 головок, под 1/2 18. Размеры. 1/2, самая маленькая 10, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 222 грамма. Под 1/4 дюйма 4 мм, самая маленькая головка, самая большая на 14. Головки длинные, 12 головок, самая маленькая 6, самая большая 19. Комплект бит. Под 1/4 и под 1/2. Под 1/2 нижний ряд бит, общее количество 15 штук, применяется с переходником адаптером. Он идет в комплекте. Вставляете сюда нужную биту, а дальше или трещотку, или вороток подсоединяете. Верхний ряд бит под 1/4 дюйма уже идут с переходником. Общее количество 17 бит. Профили шестигранные, торксы, крестообразные и шлицевые.
Материал изготовления инструмента хромованадевая сталь. На инструмент нанесено защитное матовое покрытие. На каждой единице инструмента, кроме трещоток, есть логотип Stealth и надпись хромованади, хромованадевая сталь. На трещотках логотип на рукоятках находится. Кейс состоит у нас из двух частей. Две зависы. Зависы сами идут пластиковые. Единственное, внутри идут металлические вставки. Запирание набора на металлические замки. В верхней крышке все хорошо держится, защелкивается. Это важный момент, потому что инструмент, если будет у вас выпадать, при закрывании вы не сможете его закрыть, и все будет у вас высыпаться. Ну и кейс хотели бы отметить. Качественный пластик, все очень хорошо подогнано. Кстати, пластик здесь довольно жесткий. И кейс компактный. Вес самого набора 6,7 кг. Высота кейса 9 см. Ширина 39 и длина 26 см. На верхней крышке логотип Stealth. Очень такой яркий чемоданчик у них. За подписку на канал, за оставленный комментарий мы делаем хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.